В бразильском городе Лондрина взбунтовались заключенные. Вооружившись ножами и палками, мужчины захватили тюрьму и взяли в заложники около 10 человек. Преступники угрожают убить их, если не будут выполнены требования. Однако какие именно, не уточняется. Двое пленников, испугавшись расправы со стороны удерживающих, решили сбежать и спрыгнули с крыши. А в результате получили множественные переломы, передают местные СМИ. Отмечу, бунты в бразильских тюрьмах, многие из которых переполнены, не редкость.